что-то с одной дырочки течет, а с другой дырочки не течет. Вот так. Одна дуйка не работает. О, ну хоть походка хорошая, слава Богу. Нету ветра, тишина, солнышко. Еще рановато. Еще 8 часов нет, так что будет хороший денек сегодня. Ну что, чахоточно набрала гостинцев, то приехала своих проведать. Я к ним ненадолго. Целоваться не буду. Гостинцы отдам и до дома. Та не, я вам отдам вместе с телефоном, то что. Черевики мои, черевики. А, Эля, еще с размером угадали, а? На что, у всех ноги одинаковые? Наверное. А когда Алена придет? Ванек, привет. Скучал, я тоже скучала. Якби ще оце не чаром морошна, було б вообще хорошо. А як ви оце все? Ще одне фонарик. Да, ну. О, світи. Ви теж в Duty Free купили. На нову Duty Free. О, а так це ви в Duty Free купляли? Ні, це не. Яна єсть Яна. Альона єсть Альона. Жопа зелена єсть жопа зелена. Янка, ну розпусти свої волоси. Розпустила дівка коси. Да. Матросів у нас немає. По длині вони такі, як з Альоною, да? Вони запутані. Нічого, нормально. У нас немає фотографії на стрілі. Ну, Ваня, Ваня, пів кабана притащиш, ми його засмажимо. Вань, славен подарок, Вань, славен подарок. Кому? Славі. Одні Діди Морози. Бойці, до встречі. Глебка, ти подарок не потеряв? Ні, я забрала його. Все нормально. Поїхали. Пока Сашка віддала їм свою карточку з телефону. Смотрите, не потеряйте. Зараз вони поїдуть со Славою погуляють. Ну, я, наверное, в Лидер заскочу. Оставила телефон без карточки. Дала свою карточку своим пацанам. Они у нас пробудут до, по-моему, до 2 января. Так что будет еще время с ними встретиться. Говорю, вы гуляйте, а я поехала. Поболею я тихонько. Смотрите, тут Микки Маус, а тут... Нет, это не я. Это точно не я. Но главное, что размер подошел. Мягенькие такие. Еще надо купить такую пижаму, как Валюны. В общем, польские тапочки приехали. В Польше, кстати, было очень-очень-очень холодно. И, говорит, самолет вчера летел и попал в такую турбулентность. Он, когда, говорит, ровно остановился, Яна, говорит, я боялась, что у него оторвутся крылья. Но тогда он летел все время чуть-чуть носиком вверх. Тогда более-менее, говорит, ну это ужас. Говорит, Ванька вышел, говорит, весь красный, весь такой, аж плакал от холода. А сюда приехали, говорит, ой, какой тут теплый воздух. Казалось бы, рядышком, да? Короче, мои девки мне посоветовали, Лиля, вари картошку и обкладай себя картошкой. Ну, я, наверное, этого не буду делать, потому что я в Алены поехала и взяла антибиотик. Антибиотик и ферментилатичи, как он называется. Ну, понятно, то, что с антибиотиком принимают. Алена говорит, ма, ты больше 40 килограмм весишь? Я говорю, ну, конечно, конечно. И, короче, можно каждые 8 часов по коробочке. У Алены еще одна такая коробочка осталась. Ну, не пропадать же добру. У них же тоже есть какой-то срок хранения, да, еще чего-то. В общем, займемся самолечением, ребята. Знаю, что этого делать нельзя, но если осторожно, то можно. Взяла себе очередной бурячок. Шубу девчата там сделают. Я им селедку отвезла, так что там Алена будет у нас куховарить.
у моей Алены, у подружки, сегодня 50 лет, поэтому Алена пошла на подружке на день рождения. Все мои бойцы собрались и пошли со Славой на прогулку. Вот. Вот у Алены друзья, да, на 10 лет младше меня. Она у них самая молодая. Взяла еще сливочное масло. Это единственное, что я сейчас могу есть, что мне в аппетит. Вот. Вот такой вот багет. Поэтому вечером чай, хлеб с маслом, с лимоном. Все как положено. И взяла себе яйца. Хотела взять десяток, но не было. Закончились. Кстати, на Рождество у нас закрыты буквально все магазины. Не знаю, как у вас. У нас начинают, ну, наверное, в воскресенье Lidl будет работать. А вот в понедельник все будет закрыто. Ну, уже может на вторник, на Санта-Стефану что-то и откроют. И теперь самое главное. Я говорю, как вам удалось провести? Обычно же проверяют. И она говорит, знаешь, мы, говорит, когда в прошлый раз от тебя выезжали, и ты нам всего понапаковывала, говорит, нас никто не проверил. Мы, говорит, прошли в самолет, вообще без проверки, даже воду с собой пронесли. Поэтому, говорит, я натолкала всего и подумала, если проверят, то выбросим на границе. Ну, так как не проверили, то мне приехал смачное. Что же оно смачное? Ведлины. Ведлины смачное. Бочек вензоны. Ну, прикопченная грудинка. И это тоже. И это бочек вензоны. И это прикопченная грудинка. Только она, видимо, двух разных торговых марок. Не знаю по весу. Не бачу. Это до 4.1.24 года. Я думаю, что начну сейчас на работу ее брать. А это до 7 января. Ладно, эту отложим чуть-чуть в сторонку. Сначала покушаем вот эту. А можно отрезать и положить в морозильничек, да? Точно, я так и сделаю. Что, все? Все, больше ничего не могу. Ну, я намного не скупляюсь, потому что я ничего не ем, понимаете? Так и еду потом. Ой, не знаю, когда я начну кушать. Ну, когда-нибудь начну. Аппетитом я никогда не страдала. Это что-то в последнее время. Так, сейчас обрезаю я все эти этикеточки, одеваю на себя новые тапочки, принимаю антибиотичек и продолжаю нифига не делать. Болеть так болеть.